сыграть за главную роль в сегодняшнем противостоянии. Джованни Ван Бронхорст, да, вполне возможно. И, пожалуй, от него этого можно ожидать. Но сейчас как раз Джованни Ван Бронхорст проточил мяч и сделал пас. Ответная передача. Джованни Ван Бронхорст. Неплохо. Мальорка осмелела. Хави Маркес подключает к атаке Кевина. Подача в штрафную. Удар. И что? 1-1. 1-1. Ну вот так. Задели мы честь Мальорки и самолюбие этой команды. И она сумела отыграться. Ну что ж, отлично для интриги сегодняшнего матча. И вообще для того, чтобы эту игру можно было признать зрелищной. Кевин подает с левого фланга. И Виктор Каседесус забивает свой 5-й гол в этом розыгрыше Ла Лиги. Не уследил за Виктором Начо в данной ситуации. Подача у Кевина получилась неплохая, но, наверное, выдающейся назвать ее нельзя. И, в общем-то, если бы Начо понимал, что за ним, сразу за ним находится Виктор Каседесус, посмотрел, оценил ситуацию и выпрыгнул раньше, то этого бы взятие ворот не случилось.